А сейчас сюрприз! Я хочу пригласить на сцену молодую, очаровательную, популярную певицу. Она много ездит по стране со своей сольной программой, поэтому очень редко бывает в Москве, но иногда в свободное время выступает в паре со мной. Может, вы догадались, кто это? Встречайте, Марина Девятова! Святослав, артист смехотворного жанра. В таком случае Марина артистка песнотворного жанра, которая так проникновенно, с таким пониманием, с таким чувством поет о жилищно-коммунальных проблемах, которые волнуют всех нас с вами. Слава. Дорогие друзья, да. Слава. Какие жилищно-коммунальные проблемы? Какие? Я пою народную песню. Мариночка, так народное хозяйство, самое что ни на есть. Мариночка, коммунальное хозяйство, самое что ни на есть, народная песня. Как говорил классик, этот стон у нас песней зовется. Вот напой любую песню из своего репертуара, я тебе докажу, что она про ЖКХ. Любую? Любую абсолютно. Все. Хорошо. Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому. Домофон заел. Какой домофон? Китайский. А деньги с нас собирали на фирменный домофон. Давай другую песню. На речке, на том бережочке мыла Марусенька белые ноги. Ну чистая ЖКХ. Воду отключили, Марусь в реке моется. Ладно. Мне очень интересно. Вот в следующей песне ничего про ЖКХ не найдется. Да. Шумел ковыш, деревья гнулись, а ночка темная была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра. Так вот оно и гуляло, что домофон заел. А что им еще оставалось делать, если в дом попасть не могут? Слушай, уже интересно, ну? Так. Я с комариком, с комариком бросала, мне комарношку, мне комарношку, комарношку отдавил, комарношку отдавил. Мариночка, я, конечно, тебе сочувствую. А все почему? Потому что ЖКХ не травит насекомых, они так разожрались, что уже жильцам ноги отдавливают. А здесь что найдешь? Где? Вдоль по Питерской, по Тверской, на Мостой, ох и по Тверской, я на Мостой, с Колокольником, эх, едет. Все понятно, едет скорая помощь. При чем тут ЖКХ? А при том, что едет она к бабке, которую новые тарифы довели до инфаркта. Но в следующей песне точно ничего с нами коммунальщиками общего не найдем. Ну ладно. Летят утки, летят утки, и два гуся. Два гуся, да? Два. Два, да? Начальник ЖЭКа и главный инженер летят с бабами на юг. На нашу с тобой бабку, между прочим, Марина. Продолжай, продолжай. Ахмед не телится лопатой, не гребет.
слезать, само вырвалось. Ну, значит, будут скоро. И Рахмет запоет. Типа, стой, постой, не сипи на меня. Снега убирать мне очень много дня. Смотри, как складно получается. Да что тут складно? У меня аж сочиняться начало, и людям нравится. Давай, давай, пой, а я буду добавлять. Нравится? Конечно. Игра. Вот что с ним делать? Ну, давай. Что стоишь, качая? Слесарь наш под газом. Головой склоняя. Над бедным унитазом. Зачем эта ночь так была хороша? Не болела бы грудь, не страдала бы душа. Отчего грудь болит и фингал до сих пор? Да потому что в подъезде кто эту лампочку спер? А вот тут я с тобой согласна. По нашим подъездам передвигаться можно только в полнолуние. А что? Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. О, коммунальщики, в ответ внесем в платежку звезды свет. И это верно. В моем доме все то же самое. Так давай сольемся в коммунальном экстазе. А давай. А даю. Батареи остыли под вечер. В ЖЭК звоню, нежный там голосок говорит мне. Накиньте на плечи оренбургской пуховый платок. Подъезд обшарпанной такой. Зачем, зачем? Тариф нам начислялся на капремонт большой. Ой, ой. Подъезды черные, глубины темней. И мерещатся мне маньяки в ней. Вижу стены днем. Старые все. Слава! Слушай, а куда правда уходят деньги, которые с нас берут на капремонт? Никуда, кому? Так это ж безобразие. Да, что, письма надо писать в вышестоящие инстанции. Письма, письма лично на почту ношу условно. Я роман с продолжением пишу, знаю. Знаю точно, где мой адресат. Слылся за границу, гад. Где ж ты зовешь, ты проглазый на дне? В Лондоне, не-не-не, в Лондоне, не. Thank you.